Всем добрый вечер. Предлагаю вашему вниманию $50. Тайвань, Китай, 1999-2002 года. Состояние унц, банковское, полимерные материалы. Эта банкнота была посвящена 50-летию новому доллару Тайваня. Сейчас покажу саму банкноту поближе и расскажу подробно об этой банкноте. Состав. Полимерные материалы. Размер 166 на 72 мм. Описание. 50-летие официального создания нового тайваньского доллара. Еще хотелось бы поднять вопрос о полимерных пластиковых деньгах. Что это такое? Это денежные знаки, изготовленные из полимерных материалов. Пластиковые деньги дороже в изготовлении, чем обычные, но их срок службы намного раз длиннее. Особое преимущество нового материала перед бумагой в том, что банкноты из него более чистые, поскольку предотвращается поглощение влаги, пота и грязи. И легче производить. Процесс измельчения изношенных купюр, их переработки и повторное использование также значительно упрощен. То есть сам процесс изготовления намного проще. Технически целлюлоза, на основе которой изготавливаются все бумажные деньги, также является полимером. Более точным названием таких банкнот будет пластиковые банкноты, поскольку композиции на основе целлюлозы пластичными сами не являются, в отличие от полипропиленовых. Название. Новый тайваньский доллар используется преимущественно в официальных документах, банковских и юридических. А население Тайваня использует для обозначения местной валюты название юань, как простые китайские деньги, и квай. Один новый тайваньский доллар равен 100 фэням. В обращении находятся банкноты номиналов 100, 200, 500, 1000, 2000 новых тайваньских долларов. Новый тайваньский доллар запущен в обращении 15 июня 1949 года, заменив тайваньский доллар. Замена была вызвана гиперинфляцией, ставшей следствием гражданской войны. Тайваньские доллары обменивались на новые тайваньские доллары по курсу 40 тысяч к одному. Сейчас переверну банкноту. В середине 19 века до 1948 года на Тайване имел хождение так называемый мексиканский доллар. С 1899 по 1946 год, перед оккупацией Тайваня и Японии, на острове имело хождение японская иена. В 1946 году правительство Тайваня объявило выпуск национальной валюты тайваньского доллара. Обмен японских йен на тайваньский доллар производился по курсу 1 к 1. Это нормально. 1 июня 1961 года Центральный банк Китая присвоил тайваньскому доллару статус рабочего эквивалента национальной валюты. В 1979 году законом о Центральном банке Китая тайваньский доллар был признан национальной валютой. До 1988 года курс валюты Тайваня был управляемый. В 1988 году был установлен плавающий курс нового тайваньского доллара. Исторический минимум нового тайваньского доллара зафиксирован 22 сентября 2001 года. Соотношение с долларом США составило 35,6 к 1. На апрель 2019 года курс нового тайваньского доллара к доллару США составил около 31 к 1. Вот такая интересная валюта. И как сама по себе красивая. Смотрим. Здесь есть такой, да, что-то, ну, водяной знак в форме знамени Китайской Республики.
Очень красивая банкнота. Так, еще так покажу. Шикарно сделано. Я думаю, поделать такую банкноту сложно. Советую приобрести, кто коллекционирует доллары. У меня в коллекции много долларов. Ну, я имею в виду Африки, вот я выставлял сейчас. Канадские доллары буду продавать. Есть американские такие нечастые доллары. Для любого коллекционера, то есть, ну, как я выбрал для себя тему юбилейные банкноты и доллары различные. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, пожалуйста, и подписывайтесь на мой канал. Всем удачных торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание. До новых встреч. Надеюсь, что информация моя понравилась.